Красивый спорт. В Новом Уренгое продолжается первенство Ямала по волейболу среди девушек. Турнир проходит в Звездном. Звание лучших оспаривают волейболистки из Пуровского района, Ноябрьска, Губкинского и Нового Уренгоя. Наш город представляют две команды – «Юность» и «Факел». Сегодня наши спортсменки сразились между собой, а команда «Ноябрьска» провела встречу со сборной «Таркасале». Павел Прожогин продолжит тему. Встреча двух новоуренгойских команд – это борьба разных школ волейбола. Соперники давно знакомы, но исход каждой игры непредсказуем. В этот раз волейболистки «Юности» уступили «Факелу» с сухим счетом. Соперник был несложный, мы пропустили только очки из-за своих ошибок. И команда в целом была собрана. Мы пытались, со всей силы били, нам говорили не бить в шестую зону, но все же рука сама по привычке поворачивала и била. Но мы пытались и скидывать, и бить по линиям, получилось выиграть. Главной интригой дня стала встреча команд Ноябрьска и Таркасале. В стартовом сете спортсменки из Пуровского района выглядели слабее соперниц. Сложно было поверить, что они смогут вырвать победу в партии, и тем не менее они это сделали. Поэтому не выключаемся. Сбросы и перекидки сразу смотрим. Часть команды впервые выступает на турнире регионального уровня. Но благодаря наставлениям тренера и грамотному капитану, волейболистки из Таркасале вышли из этой встречи победителями. Первая партия, да, была очень сложно, потому что можно сказать, что команды очень равны по технике и по игре. А потом мы уже разыгрались. Я взяла вот в руки все это, и вот получилось, что мы выиграли. В субботу у спортсменов будет небольшая передышка. Решающие игры состоятся в воскресенье. Тогда же станет известна сильнейшая среди девушек волейбольная команда «Ямала». Павел Прожогин, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».